Обратите внимание, огромнейшего размера муравейник. На муравейнике есть ни много ни мало мухомор. Значит, ключи, друзья, будут в муравейнике возле мухомора. У меня в море была ровно такая же одежда, только желтая. Я, так сказать, вспоминаю былые дни. Сейчас было бы неплохо. Так вся эта операция больше походила на дурдом. Лепота-то какая! Красота! Ветер, тучки, начинает накрапывать дождь. А это значит, аттракцион невидимой щедрости от товарища капитана начинается. И мы отправляемся ни много ни мало на оффроуд. Тарас Сергеевич изучает, как пользоваться ни много ни мало микротанком. Значит, сегодня мы едем по неизведанной дороге, поэтому с нами проводник Андрюха. И, как говорится, нет машины лучше в мире, чем короткий RAV4, да, ни много ни мало. Так вот, друзья, итак, если вы сможете привезти вот этот вот автомобиль обратно, значит, на Тельмана 37 в компанию «Газовщик», вы получите бесплатную установку газового оборудования. Да. Не заболеть бы. На 60 тысяч рублей. А ну, можно деньги? Нету денег. Оборудование есть. Оборудование, установка. Хорошо. Ну что, как тебе, пилот? Ну, печка работает, окон нет. Ну и вот у меня из лайфхаков для оффроуда только один мусорный пакет. Второго нет. Неплохо. Но ты у нас, понимаешь, один перспективный пилот, поэтому ты и за рулем. Да. Ну что ж, поехали? Поехали. Мне не нравится. Это японский автомобиль, ты что? Не, японский автомобиль. Нормальная система. Поехали, все нормально. Первый метр, и у меня сразу забарахлила почему-то тачка. Непонятно ведет себя карбюратор. Тормоза не держат вообще эту машину. Да, товарищ капитан, ну ты реально заботливый человек. Дело в том, что у нас в УАЗике не работает печка. И поскольку у нас капитан-то газовщик, значит, была взята плитка газовая. И товарищ капитан заботливо жарит сосиски. Ну, в общем, не привыкать, потому что я ровно тем занимался на кампусе у себя на судне на протяжении 14 лет. Ну, во всяком случае, у нас будет тепло и приятный запах. Да. Лазик в горочку, давай, мой хороший, давай. Сергеич там сейчас горку так припустил, страшное дело. Итак, первое препятствие. Ну, в принципе, в стиле Константина Сергеевича. Легко. Вообще нормальные блогеры на таких склонах машины переворачивают. А можно мне... Запах вкусный. Можно сосиски? Да что? Ты не готовы еще. Да ё-моё. Это ж тебе не стейк, который нужно... крови есть, их нужно доготовить. Я просто не завтракал. Блять, лучше бы не включал дворники. У меня газ педаль заклинило. Ну, педаль газа заклинил, я не... И все, и мы заглохли. Ну что там? Я думаю, товарищ капитан, этот оффроуд будет весьма долгим. Японская техника наше слабое звено сегодня. Сосиску хочешь? Да. О, готовый, да? Да, теперь готово, все. О, огромный газ. Понятно. Товарищ капитан, ты настоящий капитан. Во всяком случае, в этом плавании, так сказать, в этом походе у нас точно не будет цинги. Да. Мы заглохли. Блять, лучше бы дворники не включал, сука, а? Так, дворники, стоять. И... Ага. Подсос вытащим. У меня время от времени сцеплено, туда газ залипает. Не мог так быстро Бобик сдохнуть-то. Бобик сдох! Георгий Саныч, Бобик сдох! Дайте сосиску! Сосиску дайте! Мы проехали совсем ничего.
Лужи фатальны для данного автомобиля. Так ты их обезжай! Я максимально их обижал. Уже дождь начинается. Вот тебе, мужчина. Два конца. Здрасте. А это, батька, это микротанк. Не интересует, можно прямо сейчас посмотреть. Да. Надежный. И... Гоняет хорошо, но по-сухому. А сегодня дождь, видите? Да, мы сегодня вот на тестах. Как вы думаете, вот эту сварную конструкцию сможет утащить УАЗик? Конечно, сможет. Сможет? Все, батька, мужчина вы. Вот, спасибо вам. Что-то меня начинает запаривать вообще. На самом деле это оффроуд, понимаешь? Уже? О, зачехлился. Так быстро? Ладно, темплиер. Конечно, я ж мажор, ёптить. У тебя-то нету нищеброта УАЗе. Люди, да и полки техники есть. Поехали, ё-моё. Андрюх, мы за тобой. Да, попробуй запуститься. Да ты ключом-то помогай хоть как-то. У нас весовые категории разные. Этот самый, дуло береги. Ага. Так, товарищ капитан. Запрыгивайте. Ходу. Так, прежде всего добавим комфорта. Мы. Нормально. Я, в общем, УАЗу сейчас помогаю мотором. Первая передача включена. Газ залип. Вот, если УАЗик чуть не справляется, мы просто ему помогаем. Вот как сейчас, типа вот оп. Видите, он нас вытянул в конце. Супер. Короче, мы проехали еще километра два. А капитан решил, так сказать, перейти к тяжелой, действительно, артиллерии. Я не знаю, как там все делится. Что это было? Все, господа, все. Все, это конец. Мы оборвали трос. Ни хрена себе! Какой же все-таки лазик, маленький, но мощный. Что вы делаете? Что? А, Иван Валерьевич! Товарищ капитан, а? Товарищ капитан, иди к нам! У нас полная профнепригодность, там надо завязать узел. Нам нужна квалифицированная поддержка и помощь. Нормально. Нормально все. Хорошо, потом не откручивайте. А нам не обязательно? Ну, не отвяжете, да? Так. В смысле не обязательно? Это Андрюхин трос, мы его уже порвали. Да это ладно. А, да? Он к этому был готов. Ну, водитель Toyota богатый просто. Он не мой. А, все понял, обосновал. Вот смотрите, как капитан вяжет тросы. Удовольствие. Руки, жарит сосиски. Одно удовольствие. Я все равно не запомню. Ну что, на камбус. Все, что знал, показал. Лучший, погнали. Я никогда не доверял японским автомобилям. Хорошо, что аккумулятор немецкий. Тарас Сергеевич, я спешу заметить, у вас не автомат. Да, ты же говоришь, отпусти сцепление. Я максимально отпустил, чтоб ты не говорил ничего. Как сердце. Такая хорошая была машина. Отпустили сексолога, сразу все. Во всем я виноват. Включить передачу. Сейчас еще подождем. Ну? Газ в пол! Сцепление бросай! Ну что ж. Ну это было... Мощно. Рывок к победе. Да. Отдай обратно! Да иди ты. У меня в море была ровно такая же одежда, только желтая. Я, так сказать, вспоминаю былые дни. Сейчас было бы неплохо. Так вся эта операция больше походила на дурдом. А я видел, в Топ Гир они возят с собой вазелин, презервативы и тампоны. Для таких именно случаев. Да? Да. Сейчас у нас только... Ладно, неважно, про презервативы не буду. У нас есть пару Г. Так, ладно, значит, ну тут все вроде бы нормально. Жертвоприношение. О,
непонятно. Возможно, трамбик излило. Кого трамбик? Да никого. Так. Георгий Александрович, вот ты что, воды налил мне, что ли, а? Смешно, смешно. Да тут все окислилось. Короче, ты просто по лужам ездишь. Ты не езди по лужам, ты надоел. Да, конечно, слушай, что, дождь, перестань, сука, идти. Лужи, высохните. Я извиняюсь, у никого случайно нет крышки трамблера на Nissan Micro вот прямо сейчас? Как бы очень бы помогло, нет? Прям две дома забыли. Спасибо. Спасибо, мне все нравится. А, да, да, товарищ капитан, у нас там есть красная тряпка, быков ловить. Такая есть, вот. Да. Мы специально ее взяли, она есть там, я ее там. А для чего? Что? Для чего? Ну, обычно мы ее используем, чтобы ловить я быков. Я ловил сосиски, когда они летали по лувозику. А, то есть она жирная? Немножко, то, что она. Ну, а жир пропускает. Что, бегунок? Сейчас надо было поменять, да, его. Вообще, как бы, надо же этой самой монеткой чистить. Знаешь, зачем монетки надо чистить? Потому что монетка ребристая. Не совсем. Но, учитывая... А что она? Ситуацию, я думаю, да, неважно, забей. Для чего, Иван Валерьевич? Напишите в комментариях, для чего. Ну, тут нормально окислилось, смотри. Ужас. Ужас, ужас. Вообще, как так можно ездить вообще? Тарас Сергеевич, проехал ты буквально 3 километра, а во что превратил автомобиль? Ну, в танк! И в пушку. И в пушку. Ну. Ну, во всяком случае, теперь я думаю, что ситуация должна сейчас улучшиться. Нравится. А я только во вкус пошел, у меня горшки отключаться начали, понимаешь? Да потому что надо броды проезжать аккуратно. А я максимально аккуратно. Ну как аккуратно? Газ, палас и погнали, все как учили. Это не та автомобиля. Так, не жги аккумулятор, запускай помойку. Все, так. Нет, не лучше, открой. Ты охренел, сейчас воды натечет. Там все сухо, надо, чтобы он поработал, постоял, и все будет нормально. А, все, вы забыли. Да, оставьте, да, вот именно тут, да. Да, спасибо. Вот, все. Тряпочку дайте. Нет, тряпочку мне дай. Мне ручки вытереть. Дай тряпку. Все, я вытер ручки, мы спасибо. Сосиски вытираем. Едут. Ты уж прости, Андрюх, что мы тебя вписали. А ничего, я привык. Я понял. Но... Вот что контакты животворящие делают. Глазок. Что трамблер-то делает, а? Все 4 горшка. Нрай, я заехал там, все хорошо. Тут все проскочили, нрай. Я тебе говорил, не надо ездить по лужам. Не надо ездить, блядь, по лужам. Я не могу. Ладно, поехали, куда доедем? В лесочке луж поменьше, поэтому будет лучше. Но... Смотри, вот яркий пример, вот так надо. Ты серьезно? Как на трамблер-то не залезть здесь? Как мне трамблер не залить? Ну надо аккуратно как-нибудь. А главное, это самое, чтобы ватерлиния была невысоко. А я же тебе говорил, поэтому я в топ-гире видел, что у них были презервативы с собой и вазелин они с собой еще возили. Так не ты знал, так. Куда ты едешь, что не взял? Ты себя взял презерватив, а машине нет. Я в машине, у меня все. Пошел. Пошел, спринтер. Трамблер не замочи. Замочил. Ты сам ее заглушил? Пойдет. Ты сам ее заглушил? Нет. Сама заглохла? Бля, не дай бог гидроудар, убью. Шарки, это не тебе, не надо. Андрюха, у тебя есть там за что цеплять? Болотистая местность. Чем-то напоминает гардемарины вперед. Нет ощущения. Ну, обрати внимание, при всем при том, что в салоне пока с водительской стороны нет воды. Да. Слушайте, а может не будем за тягу панары-то, ну? Нет, за панары не будем, сейчас что-нибудь. А есть за что? А нету? Больше. А, нет. А у вас что, есть альтернативные варианты? А может развернуться, не? Назад дернул, он метал. Давай перевернет. Попробуем аккуратненько. В натяжку. Она тяжелая очень. Она тяжелая, тут металлолом, знаешь, сколько наварено? Ну не получится. Рома Триаса старался. Компания газовщик, это тебе не шутки, эти шакл. Шакл где? 12 лет варим. Да. Не давал его. Шакл на лазике. Поэтому
Ты бы хоть зажигание выключил, скотина. Тяга Панара по-любому это спасует. Это, противодействие Nissan и тяга Панара, она... Давай. Она хоть не на передаче? Не знаю. Так, передача? Нет, нейтраль. Пятая точка. Ну? А, нет, все, это гидро. Сухи! Это гидро. Он прям чуть-чуть хотел и, по-моему, встал. Гидра – это такая организация злая. А у нас аква. Аква-удар. Аква-удар. Молодцы. Короче, трамблер можно было бы не чистить. Бля, я бы сюда не доехал, Георгий Александрович. Не, я здесь пишу, знаешь, кидаться. А, я понял. Андрюх, ну реально не надо, сейчас оторвешь крепление Панары. И мы две машины в лесу оставим. Да ты едешь. Попробуй сойти на берег. Воды. У нас просто коврики хорошие, снизу прорезиненные. Да? Они всплывают. Неплохо, неплохо. Смотри, как водяной матрас. Я только слез. Да? О. Мне приходится ножки держать на педаль. Грязи-то сколько? Чтоб не доставало. Ты передачу бы выключил? Выключено все. Все отлично. Если гидроудар несложный, можем выкрутить свечи. Сюда, да? Здесь прям затекает, прям дико. Прям в запаску со всех щелей, смотрите, я, видимо, меня с этого, сдвинули с грунта, и сразу вода со всех... Да чем затуть там? С собой. 35 пальцев надо. С собой, да. Нет, просто... нет, на. Товарищ капитан, вы-то что? Воды становится больше, господа. На порядок отвечаю. Ну, так лучше вы двигаетесь. А? Кто? Вы? Ой, у меня что-то... А, поворотник. А я сяду. О, коряга. Ой, а что у вас с лицом? Это следы оффроуда. Это знаешь, вот когда мы на гелике ездили, такой же ужас был. Это любители выглядывать и смотреть на колеса. Правильно, правильно, Андрюх, и какашками его закидай. Оу! Блять! Вот теперь действительно, блять. Нет. Я говорил. Господи, нет, пожалуйста, нет. Не, ну на с этим ехать-то можно. Блять. Ну, кто цепляет на шлейн Панары? Только дурачки. Сергеич, дай вперед! Смешная шутка, да, все. Такой хороший кронштейн был. Блин, полотенце, Андрюха. Там выезд есть? Там выезд есть. Вперед есть, да? Туда? Да. Сергеич, пока! Да, да, действительно, трамблер немножко залило. Ага. Ага. Да, это плохо. Подсос опять. Ну хорошо, что подсос был закрыт, согласись. Веточка. Так. А, Тарас Сергеевич, не мог бы ты. Не мог бы ты чуть-чуть, так сказать, крутануть двигатель. Домой? Зажигание, блядь! Заводи помойку! Все, все понятно. Нам потребуется свечной ключ. А, понял. Хорошо, сейчас. Да, спасибо. Держим. Да, я держу. Я думаю, что 16-й. Так. Да не, ништяк, все, ништяк. Тарас Сергеевич, не сажай аккумулятор. А я убрал это, мне не видно. Сука. Тебе много чего не видно. Тут, конечно, ты нагреб. Как говорится, хрюн везде грязь найдет. Вентилятор хороший был, японский. Ё-моё, какой кошмар. Спасибо, товарищ капитан, спасибо. О, это то, что надо. Господа, а? Я понял, в чем проблема. В чем?
Здесь какой-то нужен специальный японский ключ, потому что у нас башка 16-я просто не влезает в это, в голову. Да какой ключ-то нужен? Сколько? 16, только маленький. 16, только маленький. Ну, в том смысле, что эта башка не влезает в эту башку, как бы это ни прозвучало, друзья, вы не поверите. Благодарю вас за сотрудничество. Да-да-да, мы всегда с вами. Когда еще... Ой, Марк, осторожно. Когда еще женщины нас будут привязывать? Хотя бывали случаи. Да-да-да. Но у меня бывали случаи. Бабоньки, они такие. Так, Сергей! Направо. Суха мне говорит, налево, блядь, крутить. Так его надо вывернуть надо было. Гребаная японская техника. Может, у него колеса в разные стороны? Нет. Не, колеса у него в одну сторону. В одну, И не в ту. Ну, ничего страшного. Так, мы, короче, перешли к плану Б. Порвали Георгию Александровичу джинсы. И решили воспользоваться лебедкой. О, мощность, да? Да. Слушай, а вот да? Отойти бы нам. Да-да-да, давай отойдем, конечно. Что, конечно, да, согласен. Сломают вот здесь посередине, то мы с тобой останемся без голов. Абсолютно разделяю ваше мнение. Мне бы этого, как вам, я думаю, не хотелось. Ну, да. Хотя мой отец иногда говорит, что без головы ты, наверное, работала бы лучше. Да? Да. Ну... Шарки! Да, шарки! Обалдел. Прям бобром по тросу. Ах, как страшно. Бобром по тросу неприятно. Чаю такие звуки. Вытекает сейчас. Не надо паники. Мы не в Титанике. О, а что это хрустит? А? Что это хрустит? Это не у меня. Микротанк. Боже мой. Вот теперь выкручивай на нас колеса. Я смотрю, ты не первый день на оффроуде. Врут все, врут. Первый раз в лес приехал. Все врут. О, природа. Природа сопротивляется. Кости собираем. Вообще кошмар. Стой. Хрустит-то как. Друзья, чтобы выкрутить вот эту свечку, нам нужна узкая башка. То есть 16-я, но узкая. Есть такие свечные ключи специальные. А у нас его, к сожалению, нет. У тебя, Андрюх, нет? У меня же японский автомобиль. Ну и это японский автомобиль. Какой казус ты вышел, да? Да. Ладно. Хрен с ним, товарищ капитан. Форсируем лазиком этот. Я думаю, что он просто пройдет и все. Да, я попробую включить понижайку, я еще этого никогда не делал, кстати, думаю, да. Что не надо. А что, все? Здесь думаю, что не надо будет. Я что, все? А ты стрелялся, что ли? Ты самое слабое звено, толкайте. Короче, все, мы пошли лазик раскочегаривать. Ну что, товарищ капитан, попробуем? А, мы же еще можем блокировку включить, подожди. Блокировка, на ходу включим, по-моему. Так, и надо врубить понижайку. Так, понижайка, это задний мост, сюда, и вот это вроде понижайка. Вот она, понижайка. А теперь, да, понижайка есть, это нейтраль. Поехали, блокировка, я не... Включилась! Ну, Георгий Александрович, давай! ЛуАЗ, портальные мосты, аморальное прохождение. Это все в комплексе, Георгий Александрович. Погнали! Опа! Потихонечку! Через капот! Нет! Нет! Ну. Азат. А давайте назад. О! Так, опыт там прохождения на УАЗе. О-о-о! Давай, 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 давай! Ну давай! Давай!
наш... Он весь ходуном снаружи ходит, но так трясется. Вот смотри, через решетку. Офигеть. И ничего не заглох. Но он проехал определенно японцы, дальше. Какие японцы? Нет, я говорю, суки, могли бы резиночку в траблер поставить. Ну, так там стоит. А, ну, а, да? Да, а здесь нет. А здесь нет. Гиблое дело, да? Ну, нам резину позлее, она лысая. Ну, мы да, выехали, да, да, как да. всегда. Короче, короче, все один в один, как на гелике. Если бы у нас сейчас была четкая резина, мы бы четко выехали. Ну, проехал. Да. Я очень хочу сейчас поехать. Можно я попробую? Ты уже попробовал? Нет. Я не плохой не хочу. Так, видимо, теперь нам придется его цеплять через микротанк. А, нет, есть лайфхак. Ну что ж, освободили дорогу, так освободили. В принципе, пацанам, которые приедут его забирать, нужно совсем немножко оборудования. А именно, значит, танкостенная голова на 16, красная тряпочка, чтобы прочистить контакты, и аккумулятор. В принципе, все. И я думаю, что он сам может выехать. Во всяком случае, любые гражданские внедорожники смогут его отсюда достать. С тобой я абсолютно согласен. Если вдруг кому-то не захочется его отсюда доставать, можете гаражик ему сделать здесь? Можно сделать аккуратненько, правильно? Из елочек? Но... Нет, с собой надо все привезти. Че лес портить-то? Но тогда, все здесь, но тогда все. Люди не получат, понимаешь, газовое оборудование от товарища капитана. Но получат гараж. И тачку? И тачку в гараже сразу, а? Японскую? Да, нравится. Ну, в общем, каждому свое. В общем, ладно, вытаскиваем ЛуАЗ. Собака, подожди. Георгий Александрович, за что ты будешь, мне интересно, будешь сейчас цеплять крюк? По счастью, я, значит, взял недорогие часы. Ага. Поэтому как там... Обошлось. Поэтому, как там, значит, пальпация? Пальпация. Вот оно что. Я нашел. Ты так вот решил. А я, на самом деле, бы за цепь бы зацепил. За цепь не надо, понимаешь? Получится, как с Бигфутом. Бампер оторвет нахрен. Ну, нет, я не знаю. А если цепь вокруг УАЗика обвязать? Ты мой остряк. А? Самоучка, блин, я крюк потерял. Ну, да. Так шутить... К сожалению, никто не может научить. Да ёпрасота. Холодно? Да. А я ручки, кстати, даже не намочил. Да пошел ты в жопу. А ты видел, да, где? Сука. У меня просто, понимаешь, техника подготовленная. У него там крюки там везде, бампера усиленные и все такое. Это ты приехал сюда. Ой, неподготовленный. Да. Все-таки зацепь, да? Во-во. Там просто крепление, две точки, все дела. Красота! Иван Валерьевич, даже в лесу звонят. Товарищ капитан, все время работа идет, понимаешь? Все время звонят. Ну что? Как я люблю оффроуд. Да? Да. А мне сегодняшний оффроуд очень нравится. Кстати, обрати внимание, я пока мы разбирались с микротанком, включил вибасту. Да, а... Ах ты лайфхакер, а, смотри. О, Георгий Александрович, смотри, а у тебя-то это получше, чем в японце будет со спалами-то все. Да, да, здесь ватерлиния высоко. Ватерлиния высоко, я понял тебя. Ну, если через голова окно. Пройдет, все остальное. Да, да, я же говорю, если голова пройдет, все и тело мне пройти должно. Интересно, где-то полчаса стоял в воде, сейчас интересно, заведется, не заведется. Что-то мне мешает садить. Мешает? Ты главное на этот, на вибасту не сядь просто, понимаешь, может. Тут тепленько. Да, конечно. Я, пожалуй, пока. Так, давай я дверь закрою тебе. Подожди. Что? Друзья, боишься клаустрофобии? Стоял в воде, запустится, не запустится. А лицо такое, как будто гелик снова только что починили. И поедет. Да-да-да, смотри у нас. Нам бы нас... У меня сковородка горит! Мне ее еще вернуть надо! Оставь ее! А ты у мамы взял? Конечно! Мама, Тарас Сергеевичу привет! Мать меня кончит! Ты что? Кстати, если бы у нас резина была посвежее, было бы хорошо! Да, если бы выхлоп оторвали, тоже было бы здорово! Да, замыливаются колеса! Да!
пошли документы прятать. Пойдем. Ключи от микротанка, Георгий Александрович, смотри, твой дядя справился со своей задачей, припарковал, пепелас, все, красавчик. Ключи можешь. У тебя. Можешь. Могем. Умеешь, как говорится. Могем, да. Итак, друзья, значит, мы сейчас делаем геолокацию, координаты микротанка будут в описании, нет смысла повторять, какие бонусы от капитана вам будут, добро если пожаловать. Вы его доставите, да, на термина 37. Значит, но поскольку, значит, мы люди грамотные, это ключи. Теперь запоминайте и смотрите внимательно. Тарас Сергеевич, отойди. Обратите внимание, огромнейшего размера муравейник. На муравейнике есть ни много ни мало мухомор. Значит, ключи, друзья, будут в муравейнике возле мухомора. Ты смотри, сейчас мать оттуда на тебя сейчас запнет. Все, вот здесь будут, друзья, возле мухомора лежат ключи от микротанка. Бляха, даже не видно. Далее, друзья, у нас еще есть документы, но... Мы люди опытные. В прошлый раз, когда мы оставили капитана Болгаря в лесу, значит, люди, которые его забрали, не знаю, что-то сделали, либо перепродали номера, либо что-то еще. И теперь эти нехорошие люди ездят с этими номерами по городу и, товарищ, и заправляются на бензоколонках, товарищ капитан потом звонит из полиции. Да-да-да. Да, заведено уголовное дело. Поэтому на микротанке мы не оставляем номеров, но оставляем документы. СТС-ку. Пойдем прятать. Пойдем. Так, значит, ну давайте какие-то ориентиры считать людям дадим. Считать шаги будем? Давай, считать давай. Шаги, подожди. От муравейника. От мухомора, муравейника и микротанка идем в лес. Считай шаги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Пенек. От пенька идем налево. Раз, два, три, сквозь чащу. Четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Переходим болотце. После болотца. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13. 13. Видим куст выцвевшего папоротника. Документы ламинированные, поэтому это не страшно. Значит, кладем их сюда и прикрываем листочком папоротника. Документы лежат здесь. Все логично. Все, под пальмой положил. Да, а теперь самое интересное, друзья. Если здесь есть связь, это не просто носок. Это носок Георгия Александровича. Он его специально не стирал. Он поэтому стоит. Да. Давно Георгий Александрович его носит. Шарфи, ты что, нет? А здесь стоит трекер. Если связь будет хорошая, и одна из, как сказать, компаний сотовых нас не подведет. А, да. Да, связь будет хорошая. Мы с вами сможем видеть в режиме реального времени передвижение микротанка. То есть мы будем за вами наблюдать. Если ссылка будет работать корректно, мы оставим ее в описании. То есть и мы, и вы сможем за этой штукой наблюдать. Мы ее спрячем в микротанк. Куда, не скажу. Специально не стирал носок, потому что в прошлый раз там телефон хотели спереть. Теперь просто... Теперь, если вы будете воровать телефон, вы знаете, что он в потном носке Георгия Санычу. Чувствую. Чувствуешь, да? Чувствую. Причем у носка есть аура. Так, ну что ж, идем ныкать носок и двигаемся дальше. Все запомнили координаты? Микротанк, мухомор, ключи, муравейник, 10 шагов до пенька, перейти брод, найти папоротник. Ничего сложного. Георгий Александрович! Да, я в курсе, сейчас мы будем ее доставать. У нас немножечко этого... У нас все прекрасно. Но мы же не можем это оставить. Ах, где мы повторим сука. Это? А что, я вот вижу... Вот. Нет, видишь, у нее крепление на этой, на проволоке. А, на проволоке? Да. Сука, ну как-то зачем? Слушай, а банка-то такая взрослая даже. Банка взрослая, да, сейчас мы ее будем по-детскому отрывать. Блин, а может мы ее обратно ставим? Знаешь? Да не, не будем. А, не, не надо. Не будем. Сука. И раз, и два, и три. Нормально, сейчас оторвем. Морду летит. Можно отвернуть. Да? Да. Георгий Саныч. Вот камера. Глазок такой оффроудный. В общем, прошу прощения. Вот так вот сейчас Георгий Александрович выглядит для того, чтобы открутить банку. Как там успехи? Сука, ненавижу автомобиль.
да? Ага. Они тебя очень любят. Так почему я все время что-то чиню? Что за дичь? Сегодня я не понимаю. А там идут как процесс пошел, да? Да, да, да. Шаг вперед, два назад, я же тебе говорю. Ну, это же круто. Ну, как сказать. Ты откручиваешь, да, прям? Да. А-а-а. Здесь просто масса такая, ее не перекусить почему-то. Она такая хорошая, советская, что прям ужас. И какие-то добрые люди прикрутили глушитель на массу. Видимо, он прям был такой. Масса. Стремился уйти просто. Сука, да. Но здесь я хочу заметить, что в УАЗе не только на глушителе, соответственно, масса. Она еще и для чего-то на капоте есть. Вот. Как на гелике. На гелике тоже на капоте масса. Масса не наш случай. Масса, да. Масса великолепна. Так, башку мне отдай. Я ненавижу оффроуд. Во-во, а я в прошлый оффроуд говорил. Какая банка? Собираем. Хорошая банка. Собираем инструмент. Едем дальше. Что сделать? У нас тут тоже есть одна банка потеряна. Хотите, мы вам ее отдадим? Нам этой нет, хватит? Нет, у нас очень, очень хорошо все. Очень хорошо. Все. Поехали. Все, поехали. Я все. Ты меня везешь. Я тоже все. Тихо ты, Дори. Друзья, мы выбрались! Мы выбрались отсюда! А это что? Блин, сейчас у него нормально все! Что это было? Мы выбрались. Настало время оценить масштаб повреждений. Значит, цепь номер почти оторвали, но это не страшно. Меня больше всего интересует под капотом, потому что я туда не заглядывал. На самом деле все вполне достойно и в разы лучше, чем у микротанка. Так, трамбик. Его даже, ну, забрызгало говном, но не залило. Короче, все на самом деле с лазиком норм. Я, честно говоря, не думал, что он будет настолько проходимой машиной. Я и об камни стучался защитой, думал, все, сейчас картер просадим. Нет, ничего страшного, все нормально. Короче, у нас там вовсю делается шашлык. Я думаю, что сейчас мы перекусим, снимем финалочку и будем выбираться до города. Лазик, короче, нормальная тачка. Надо просто колеса позлее. Да и в принципе, да и все. Я думаю, что если мотор поставить помощнее вперед, то рвать будет. Поэтому турбореактивный мотор будет именно сзади. То есть крышка откидывается и турбореактивный мотор. Будет ништяк. Вот. Ну что, ну, как все. У вас? У меня, ну, сосисоньки готовы. Я понял, видишь, сторож-то сторожит, а ты раньше времени не сожрал. Ну, конечно, да. Да, да. Мы тут разговариваем в шаре немного. Неплохо. Я думаю, сейчас мясо все полностью подоспеет, и мы, так сказать, Сосисочки пока, как аперитив. Аперитив. Это супер пати под дождем, друзья. Давайте снимем финальный аккорд на всей этой теме. Давайте активно, коллективно подходим. Сейчас будет ураган. Я не знаю, успеем ли мы пожарить шашлык или нет. Давай! Господа, значит, микротанк остался в лесу. Если, значит, трекер будет работать в носке потном, то ссылка на трекер будет в описании. Координаты для навигатора будут в описании. Нам сейчас надо быстро под дождем все мокрое сожрать и возвращаться домой, потому что видео должно выйти завтра утром. И я думаю, ночью в такой дождь с микротанком ничего не произойдет. Поэтому завтра у вас есть шанс приехать. Сосисочка вкусная назад пошла. И его забрать. Да. Ссылки, значит, будут в описании на Андрюху, да. На Drive2 и... Нет машины лучше в мире, чем Toyota RAV4. Нормально. Можно все это в багажник, в этот самый, перенести лазик, и там нормально будет. Да. Град пошел, пацаны. В общем, этот оффроуд мы запомним надолго. Да, глазок уже весь мокрый, камера мокрая. Блин, хлещет-то по морде. В общем, всем мира, добра, удачи! Град! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Помните!
Сотник, кто привезет товарищу капитану? Сосиски станут! Алло! Тот получит установку бесплатно газового оборудования. Если вы смотрите это видео, значит, мы вернулись домой. Все, всем пока!